общем, постройка гаража остановилась. Идет дождь. Вот, такой неприятный уже третий день. Вот, не могу заняться. Тут наварил уже балки, которые буду сюда ставить. Но пока все скользко, так не полезу туда. Не хочу упасть. Вот. Ну и пока дождь идет, решил отремонтировать газонокосилку. А то в процессе эксплуатации у ней там много-много дефектов повылазило. Во-первых, оторвало вот этот лючок. Вот. Я вот сейчас вот буду изготавливать лючок. Уже тут размерчики кое-какие накидал. Вот. И буду приделывать. А то, когда начинаешь косить, половина травы сюда выкидывает. И плюс вот здесь вот то, что в корзину собирается. Вот здесь вот, видите, тоже отломало пластмасску. Тоже сейчас ее буду восстанавливать, потому что она вот здесь вот наполовину зависает. И вот здесь вот набивается, накручивается на вал. И толком тоже не работает. Поэтому пока сейчас вот в такой стадии. Вот. И сейчас посмотрим, что у нас будет получаться. Не знаю вообще. Тут изгиб такой неприятный. Еще надо будет как-то на сам вал этот напялить. Ну, в общем, поехали работать. Так, ну, вроде дверцу, видите, накидали. Вроде вот так вот получается. Тут я потом с обратной стороны чуть подзачищу, чтобы она поровнее была. Вот. Теперь нужно придумать что-то с петлями. Я вот тут уже заготовки нашел, которые прям, ну, на вал хорошо одеваются. И сейчас будем делать какую-то петлю. Пока мыслей нету, думаю, так сказать, в процессе. Поехали, ладно. Смотрите, что тут получилось, в общем. Вот такая вот ерунда. Сейчас он застегнут. Здесь вот надо будет отстегивать вот так вот. И он тогда... Одной рукой неудобно. Вот. И тогда он открывается. Как он будет фиксироваться в таком положении, не знаю. Ну, наверное, опять на проволочке. У меня здесь на проволочке было. Вот так вот хлоп. И все. И он как бы закрыт. Все это было сделано из оцинковки, поэтому я не вижу смысла как бы тут что-то красить. Пусть будет так. Вот. Это вот касаясь, вот так это смотрится. Зазорчики минимальные. Вот. Изнутри будет выглядеть вот так вот. Вот. И сейчас займусь вот этим проблемным местом. Потому что не туда не идет трава. Короче, это газонокосилка Калибр. Запчастей на нее нету. И изначально я думал, что у меня будет проблема с этим. Ну, не знал, как сделать. А сейчас вот дошел до этого окна, через которое выкидывают в ящик. И понимаю, что, блин, здесь не так все просто. Я вот уже приготовил железку, которую будут туда внедрять. Но что-то, честно говоря, я понимаю, что здесь много чего поломано. Тут вот отломан кусок. Здесь вот тоже должен быть какой-то кусок. Его тоже оторвало. Да, вот только вот тут от него часть осталась. Вот. Ну, что делать-то? Значит, будем изобретать. Что получится, не знаю. Посмотрим. Поехали. Так, ну, вот смотрите.
Теоретически, то, что тут отломалось, я сделал из металла. Даже если там как-то попадет какой-то камень или еще что-то и погнет ее, ну, переверну ее пассатижами или молотком, отобью, и она дальше начнет работать. Вот. Плюс, что она скользкая. Может быть, травку будет выкидывать. Вот. Что-то делать еще больше. Заслонку здесь поставить. Честно говоря, не знаю. Думаю, надо попробовать вот так вот поработать. А потом уже, если что, доработать. Нож, конечно, тупенький. Здесь вот он аж заусенец какой-то. Здесь он его порубило. Но это я заточу. Заточу весной. Сейчас, честно говоря, неохота заморачиваться. Так что все, пока с ней все.